Почти закончил я ретоп этого пистолета, пулемета, автомата Стен. Пока у меня вышло на 45 тысяч треугольников. И тут благодаря пружинам поликаунт у меня просто взлетел до небес. Вот так выглядит этот ретопнутый автомат. Решил я сделать жирно, так сказать, с нацелом на будущее. Добавил всяких мелочей, которые я не делал в кат-программе. Добил пружинки, они в виде сплайна. В виде сплайнов. Вот этот кожух заретопил под хайполи. На хайполе отбил эти сварные швы. Не знаю, пока это не последний вариант, мне кажется. Здесь тоже добил эти пружинки всякие. Они тоже сплайнами. На тот случай, если я захочу все это проанимировать. Запечь. Ну или отрендерить, или что-нибудь такое. Газу остался вопросик, это я тут прикинул блок, этот толкатель пули патронов, вот, и еще одна пружина внутри магазина. Болт я буду один использовать, вот этот. Он пойдет вот сюда в уменьшенном виде и вот сюда еще. Вот сюда я добавлю шарик. А, ну еще добавлю всякие элементы для сварки, потому что сварные швы, вот они выпирают, здесь я геометрию отыграю. Ну и здесь то же самое. Хотя тут уже сойдет, может, если только вот здесь вот еще накину. Вот здесь вот такие добавлю элементы мешем. Вот здесь чуть-чуть.
И на передней мушке. А, ну еще вот здесь, вот, наверное. Или вообще эти сварные швы по-другому сделают, потому что что-то они как-то слишком крупно выглядят. Хотя если на орех смотреть, здесь тоже вот они. Достаточно нормальные такие по размеру. Короче, всякие варианты я тут смотрел. Где-то вообще нету швов. Но я хотел именно со сваркой сделать. Вот, собственно, стенд почти готов. Почти готов для запечки. А, ну UV еще надо. Потом запечка, а потом текстуринг. Вот я думаю, здесь работа еще на пару дней, возможно.